Одинцовский городской округ у нас является лидером среди муниципальных образований Московской области по количеству субъектов МСП. В 2021 году у нас было 25 тысяч предпринимателей, в 2022 у нас стало на 3,5 тысячи предпринимателей больше. Предпринимательство, экономическое развитие, ЖКХ и строительство, благоустройство территории и экология. По этим и многим другим темам подвели итоги 2022 года и озвучили планы на 2023 в ходе заседания Общественной палаты Одинцовского округа, которое прошло в администрации муниципалитета. Действительно, вот очень много проблем, действительно, очень много вопросов. Все решается очень быстро. На все находится ответ в ручном режиме. И знаю, что здесь сотрудничество, опять-таки, с профильным заместителем главы Павлом Вячеславовичем Кондратским очень тесно. И всячески оказывается и как информационная поддержка, так и принимает участие действительно в любых совместных мероприятиях. Так, в сфере ЖКХ отметили, что с появлением портала «Добродел» сократилось количество обращений в общественную палату. Сейчас вот конкретно в последней строчке принято обращение от жителей граждан всего 16, 10 из них решено положительно, и в работе сейчас еще 6 писем у нас находится, мы по этим управлениям по всем основным работаем. Как отметил докладчик, несмотря на большую территорию ответственности, порой управляющая организация может избежать негативных отзывов и комментариев от жителей. Если налажен диалог с жителем, налажено взаимопонимание, и люди понимают управляющую компанию своевременно и реагируют на все эти замечания, то работа ладится. И в этом микрорайоне всегда тихо и спокойно. А присутствующий на заседании заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов особо отметил результаты работы одинцовских общественников, которые по итогам 2022 года заняли первое место в региональном рейтинге. Одинцово – это непростая территория, которая всегда на виду. И вы, лидеры общественного мнения, люди, которым доверяет именно местное население, формируете повестку доброжелательности, открытости, где-то конструктивные критики органов местного самоуправления. Поэтому то, как развивается муниципалитет, и то, что он достигает лучших показателей в нашем регионе, огромная ваша заслуга. Кроме того, за участие в гуманитарной миссии Подмосковья в период проведения спецоперации особо активных членов Общественной палаты наградили благодарственными письмами. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».